Вот уже несколько месяцев Ольга Бузова и Давид Манукян провоцируют обсуждение о своем возможном воссоединении. Внимательные поклонники заметили, что Дава всеми силами пытается привлечь внимание бывшей возлюбленной. Манукян активно ставит лайки ее постам в соцсетях, исполнял песни Ольги в караоке и даже появился на ее концерте. Фанаты решили, что чувства между звездами вспыхнули с новой силой на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае. Смена обстановки и изоляция от посторонних людей сделали свое дело. О том, что связывает бывших влюбленных, Бузова лишь отмахивается пространными объяснениями, но на вопросы о том, смогли бы они снова сойтись, Ольга все же отвечает весьма категорично, однако выяснилось, что Ольга говорила неправду. Сам же Давид признавался, что расставание далось ему очень тяжело.